Эх, дороги. В весенний сезон помимо пыли и тумана на пути автомобилистов встречаются гораздо более серьезные неприятности. Дорожные ямы могут не только повредить автомобиль, но и создать аварийную ситуацию. Мы связались с управлением жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства по городу Чебоксары и узнали, изменится ли ситуация на столичных дорогах этой весной. Особенно волнует жители столицы Чувашии обстановка на участке дороги по улице Энгельса. Оставляют желать лучшего участки дороги по улице Ярославская и Кривого. Если в зимнее время ямочная проблема отходила на второй план, то сегодня она требует незамедлительного решения. В каждый год, в весенний сезон, проводится комиссия осмотра всех дорог и определяется, что 3% поверхности, которую мы обслуживаем, дорожную, оно портится после зимы. Поэтому ямочным ремонтом управление ЖКХ занимается круглогодично. Просто в настоящее время, ну зимой, февраль, март, мы делали ремонт холодным и литым асфальтом. Сейчас в настоящее время работает 3 бригады. Мы будем ремонтировать все дороги и Энгельс, Ярославская, все знают автомобилист, это больной вопрос. Там так же, как на базовом проезде, нет основания. Гарантируем, что к праздникам, к маю, и тем более к празднованию Республики и Дня города, дороги будут в хорошем состоянии все.